Моя дорога появилась 14 марта 2008 года, в тот день, когда родился мой сын. Дорога строилась практически каждый день. Мы здесь построили свою маленькую родину. Это мечта детства. Ну, как мы творческие люди, мы на этом, кстати, сошлись. Придумал себе идею, да, цель, и упорно он эту цель достигает. У кого-то Rolls-Royce, а у кого-то паровоз. Но еще неизвестно, кому радостнее.